хомячок. Привет. Привет. Маленький, такие лапки маленькие. Красунчик. Такой шустрый. А бачите, він чує, як до нього підходиш, да? У нас сидить миша, тільки ніс торчить. Чи то не він? Він. Там у нього ватка якась, да? Ватний оцей диск. Ага, він його вже там розкрутив. Оно. Це з кабачка? Любить дуже кабачки. Оно. Ай, не хоче. Голодний. Он живет так в раю. Скажи, домик у меня такой красивый, колесо, тренажер, да? Беговая дорожка такая. Все, домик. Всем привет! Мы меняем клетку нашему хомяку. А пока он в аквариуме посидит. Надо вот такую ракушку достать. Ой, слазь. Хомячок уже так подрос. Где-то за 3-2 недели. И сюда. Оп. Хомячок. Он был еще меньше. Залип, побегай. Тут у нас перестановка небольшая. Лампа с моря солевая. Ну, вот такой альбом. Картина там одного видео я рисовала. И эльфовая башня тут из 3D-ручки. Тут хомяк в ракушку залазит. У него еще есть там ванна для купания. Ну, типа там песок надо засыпать, и он там кувыркается. Хомяк. Задние лапки свои стоят. Он не кусается, не воняет вообще. И, типа, если он у кого-то воняет, то надо просто или клетку поменять. Или он там в туалет где-то ходит в одном месте. Хомячок. Сейчас. Куда ты бежишь? Мыша. Такий маленький він. У мене і по кофті бігає цей хомяк.
У меня на рукаве уже. Сам побежал. Иди сюда. Ты сейчас еще и убежишь. Это, наверное, у него первый раз в клетке убираем. Не знаю. Да ладно, посажу его. Хомяк воробушки. Крутится. Шо? В камеру лезет. Задних лапкой стоял. Хмяк. Шо ему на телефон такой интересный? Как на качеле в ракушке сидит. Потом мы его в клетку посадим. Боже, ты не карабкаешься. Не забираю ракушку. А, он на руку мне залез. Мышенятку. Люба на руках сидит тихо. Мне сейчас в рукав залез. Куда ты побег? Миша. Хватит бегать, Миша, ты мала. Он ночью бегает. Типа дождь какой-то, звуки в том колесе. Как вы снимают. Ку-ку. Вылазит. Не получится. И ты, иди сюда. Давай, давай. Боже, мышь, ты мало.
Мыша противна. Нельзя, то без соли. Ну, чипыся, цей хомячок. Сейчас я его сфоткаю. Иди сюда, хомя. Ближе. Нельзя туда. Ладно, пошли сюда. Тебя ладно, на. Все, поменяли мы уже клетку. Вот, да, мячик у него кусает. Водичку набрали новую. Там еда, песок. Защита это от кошки. Кошка лает. Тут у нас она вот так открывается вверху. Шо, пошли, мышонок. Сейчас. Целуюсь. Надо попозже больше насыпать опилков. Вот он бегает, мышонок. Он не кусается. Может, когда голодный. Мне неудобно одной рукой открывать и снимать. Нельзя ее никак зацепить тут. Эту дверку. И хомяк сразу хочет вылезти. О, нашла я ее. Это ему на сегодня. Завтра насыпать. И шо, побежали сразу есть. Нюхая. Все у него песок тут такой. В нем бегает. Хомяк в домике. У него песок тут стоит. Мыша. О. Он обычно лазит по песку, а потом кувыркается. Ну, сейчас не хочет. Просто подивиться. Тут опилки. Трох их выгребу. Сейчас побегай трохи. Весь в песку. У него еще это кошачья мыша. И там она маленькая. И хомяк ее тягает. Сейчас я ему покажу просто. Смотри. Мышь. Мыша тягает мышу. Ну, я в домик пытался затащить.
сейчас заест, блин. Хомяк до сих пор уже есть. По-моему, сейчас все семечки изъесть. Водичку, наверное. А нет. Бежал в доме хомячок. Там гнездо какое-то делает. Мыша. Хомяк. Хомяк. Побачив мышку. Мне грызет постоянно. Дай мышь. Мяк. Ладно, на. Вот и со своей мышей уже граться. Не знаю, скоро шубу сделаю. Буду еще, типа, вот эту ручку можно вот так подставлять и держать. Ну, дай, хомяк. О. Все, стресс у хомяка. Мышу забрала. Хоть побегает. О, у него лапы проваливаются. Скорость хомячка. Вот так всю ночь бывает бегать. Пока не надоест или не устанет. Его в домике снимается крыша, но мы не снимаем. Водичка у него так. Вот это колесико. Ну, ванна, миска. Все вот это было. Набор такой. Мы его так и склали. Долго он так еще будет крутить. Миша. Опа. Зачем ему вот это?
Веревочка с мыши. Хомяк эту мышь уже всю вот эту в опилках затаскал. И ее забираю. А, у нее хвост погрыз. Боже, бедная мышь. И все. Сейчас будем вот эти спонжики давать хомяку. Он типа их в домик затаскивает. Вот, не скинул вообще. На. Забрал хомяк. Мне что-то с качеством видео не то. Мне что-то так модно. О. Я тебе не грызть дала. Иди сюда, хомяк. Иди сюда. Иди в домик затаскивай. Пошли. Сейчас, наверное, я хомяка сама в домик затащу. Наверное, за щеки будет пихать. О! И что тут у нас в домике? В домике у нас хомяк не влазит. Боже мой. Ты живой там, залазь. Вот это традиция у хомяка такая. Не, сами там понимаешь, что, короче, надо затаскать вот этот диск. Парину сделать. Хомяк и набегался. И наелся. И накувыркался за сегодня. Ладно, будет хомяк тут дальше чем-то заниматься. Я тоже. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока. Вот ты не вгадаешь, как он начнет кувыркаться. Видно хомяка? Ну да. Жує таке. А ты потом вырежешь, да? И хакерша. Это так смешно. А ведь вчера попал так, как кувыркался? Да. Попал? Угу. Так смешно купается. А потом же струхує. Да, ще струхує. І отака шерстка, ти пісець. Нічого, він досидить, треба було не давати йому. А він сонний, не виліз, хай проснеться. І знаєш, що ще смішно. І потім з мишею ще, як він бурюкається, і в хату її тягнув. Хвоста відкусив, добре пришивала. І що б вона понімала? А у нас на роботі пароль від Wi-Fi не Віталя. А я говорю, що це не Віталя пишеш по этому, англійському. Угу. Хакер сказав, то, що був не Віталя на зміні, а Льоша. Я так і зробив пароль. Не Віталя, а Льоша, представ. Як дебільне, да? Угу. Не Віталя. Їм на Wi-Fi, а не Віталя. Це кіно був. А ти ж радь, запихуй за щоки і хвати. Не Віталя, а Льоша. А називати не Віталі. Чи по-українськи англійськими буквами треба писати? А як у мене Свєта зробила оновлення пароля? Ло-ло-ло. Ло-ло-ло. Лох-лох-ло. Ло-ло-ло. Свєта, що ти це сам смієшся? Його запомнити не візьму. Там велике, там маленьке. О-о-о. Чи як дурка? Ло-о-о. Ло-о-о. А
я так набрала. Слава Богу, хоть записала, кажу ло-ло-ло. Думай, не вспомню. Треба зробити не Катя. Або Катя. Напиши Катенька, щоб у всіх алергія була. Або... Не Багіра. Екатеринушка! Екатеринушка. Оно, Даш. Не хоче. Захоче. Давай дригайся. Так хорошо дригався. О, зараз. Зариватися сразу. Зараз буде дригатися. Ай, клас! Диви, як він дригає. І на боку, і заривається. Ля-ля-ля. І шарик. Ля-ля-ля. Спина грязна. По заявкам три рази. Диви, Серьож, глянь. А зачем він так колбаситься? Ну, спинку чухаєш в пісочок, помився, животик чистий, бок, спинку надо. Таке інтересно. Вообще. Все, Даш, виключай. Спасибо. Водичку, як п'є, снімай.